Это серийный малый барабан. Он идет с установкой джиниста. Материал клен. Такая система. В принципе, ничего нового. Стандартная система пружины. Работает очень легко, удобно. Значит, стандартные обода. Лаги крепятся с прослойкой. Мне кажется, с пластмассовой. Но я не уверен, или прорезиненной. Но тем не менее, корпус с лагами не соприкасается. За счет этого остается его честный, реальный сустейн. Вот. Барабан весьма достойный. Я бы не спешил менять в сете малый барабан. Рекомендую попробовать. Очень интересный и достойный инструмент. Thank you.